ничего не могу сделать. Не можешь ничего сделать. Так, хорошо, ты что? Ты уже снимаешь? Да, я снимаю. Всем привет, привет. Сегодня мы нашли с мамой и папой какой-то заброшенный бункер. Кто знает, кто там или что там. Мы сейчас начнем это добывать. Ведем раскопки. Да. Оля, что мы там ожидаем? Алмазы? Да, и изумруды. И изумруды. Что-то внизу есть. Но мы не совсем понимаем, что внутри, что внизу. Угу. Нам нужен отбойный молоток, мам, чтобы все это пробулить. А, ну да. Но у нас нет отбойного молотка, поэтому приходится работать киркой и лопатой. Да, это килка, лопата. Угу. Мы ее купили, скажи, в каком магазине? В караване. Да, в караване. Угу. И мы тут добываем... Но мне кажется, надо другой стороной, вот той более острой. Всякие предметы. И всякое может найтись. Да. Всякое прочее. Угу. Да, я тебе на ус какой-то скажу. Угу. Мы подбавим в этот ролик немного страстного музона и всякого такого. Угу. И всякие там скримеры. Понятно. Если это смотреть видео в ютубе, то лучше это не смотреть. Потому что потом это будет вообще страстно, да. Хоть в станы на вазы. Угу. Да ты другой стороной бей, Коль, у тебя же должна быть острая, вот. Да как? Тут больше. Вот этой вот стороной будет. Да ты что? Да. Ну, так вот, видно. Мы копаем уже 3 часа. Угу. И не можем ничего добыть. Угу. Я вот сейчас добываю что-то белое. Угу. Это точно что-то. Коля, может это и есть изумруд? Это не изумруд, изумруды блестят. Блестят? Да. А там что, не блестит? Это типа железо. Железо? Да. Там бункер? Давай мы покажем зрителям, что это здесь у нас. Вот. Вот такая вот штука. Сейчас попытаюсь или выкопать, угу. А вы пока послушайте, какие у мамы... Какие чувства у мамы? Я чего-то устала как-то. Хотела бы уже куда-нибудь говоришь, пойти отдохнуть. Какие твои подробности? Так, еще говори, один копатель сокровищ. Я думаю, достаточно этой ямки будет. Ну, просто у меня